вопрос сейчас к девушкам. Если вам мужчина дал на первом свидании, стоит вообще продолжать общаться с этим шлюханом или лучше сразу эту шлюху заблокировать? Боже мой, ну и смех. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Нет, я с Чаечкой согласен, если тебе мужчина, подчеркиваю, мужчина, якобы в кавычках, дал женщине, я так понимаю, как бы, ну, когда мужчина дает женщине, как бы там присутствует стропон, я извиняюсь, то есть, как бы она одевает вот этот там пояс, типа, да, вот этот ялда, как бы, и он ей дает, короче, она его там, да, ну, по-моему, в моем понимании, это не мужчина, поэтому, как бы, ну, ей не надо с ним общаться, как бы, ну, и она, соответственно, как бы, любит такой тоже нетрадиционный, так скажем, коитус, да. Нет, ребята, я прокомментировал ровно то, что она сказала. Скажите мне, пожалуйста, как вы понимаете выражение, когда мужчина дает женщине? Что он ей дать-то может? Напишите в комментариях.